Кеннис, когда на мир поедешь? На какой? Ну, на мировые чемпионаты с нулевыми килами. Ну, думаю, завтра. А что ты СКС-ку и СЛР-ку не берешь? Какой нахрен им 24 якоряка? Ну, то, что не было ее. Согласен, согласен. Ну, ты все равно бери, даже если нет. Можешь, да? Да? Спасибо. Да, субботух. Кейнс пока еще не настолько профессионал катать на вебку. Или хочешь, Кейнс, тебя поставим? Нет. Видите? Видишь, даже не тащу. Увы, если парень не хочет, что я его заставлять буду, что ли? А что, Кейнс у тебя дома играет? Ну да. А что, Кейнс не может играть у меня дома? Кейнс, тебе нельзя играть у меня дома. Ладно, пока. Пока. Сука. Я не знаю, чего Кеннис парится. Он может с вертухи, наверное, половину чата раздать. Нормально выглядит, а что парится? Был бы какой-нибудь задрот волосатый такой. А стрижка у него уфимская, то есть до него не докопаются даже, да. Нормально все. Это все со временем приходит. 1200 в России устроит. Гоу 2К. 2К, ребят, Васей. Зато если интернет вылетит, то сразу у двоих. Если здесь интернет вылетит, здесь и вылетит интернет у всей Сергеечки. Дядя. Амага. Кеннис не стесняется. Кеннис, ты не стесняешься? Нет. Нет, он не стесняется. А камеру на тебя поставим? Нет. Ну, все, понятно. Не стесняются и камеру не ставят. Вопросы. Так, на самом деле у меня только одна вантапка и типа и все плохо. Артем Жданов, спасибо огромное за випку. Оформляйте, ребят, випки. Сегодня конкурс, дабл шанс что-то выиграть. 49 рублей, ё-моё, против 6 тысяч. Сколько дюймов монитора у тебя? У меня, по-моему, 32, а у Кенниса 27, по-моему. Ты мужик, ну, а цвета коллекция что-то не кажется. Ты олень, ты скала, смотрю, скала. Я же яркость прибавил. Ты в Nvidia крутил? Все, понял. Я смотрю, у тебя как будто насыщеннее все. Артем, спасибо. Не, у меня-то для вас картинка вообще другая, насыщенная, на ВБС подкрученная. Так что не переживайте, вы видите все равно по-другому у себя на стримчике. На втором экране Кеннис, написано же внизу. Карель нашел. Модеров нету шанса выбить. Кеннис вообще он не поставил заявку на розыгрыш. Но Кеннис выигрывает клавиатуру. А здесь, кстати, нормальная она? Такая вот эта? Да. Да. Подходит? Mm-hmm. Подходит клава за 10 кусков тебе, Кеннис? Опа, ты чё, пенис усыновил? Капец, или ты ему мансарду сдал? Привет, брелок. Играть научился, смотрю. Так ты только понял, что ли, что это Кеннис сидит? Лоль. Кто это? Бармалей. Подожди, еще раз Бармали зовут. Что-то я не понял, два Бармали или как это? Ой, ты мужик, ты олень, ты скала, скала. Хотел одного типа, Варни. Жопа звали. Не потому, что он лох, а потому, что когда он в части, всем жопа. Еще раз извиняй. Кенни сказал, что... Ой, ты слышал, да? Бруни сказал, что... Бруни, конечно, сказал, что он клавиши попутал вместо пениса. Кенни написал. Типа, посмотри на клави, реально же рядом. П и К. Типа, попутал.
Верхний ряд, блядь, попутал с нижним. Нормально вообще, ты вырвали и путаешь кнопки. И говорит, типа, не переживай, у нас в части был чувак, у него было жопа погоняла, типа. И не из-за того, что он жопа, а когда он приходил в часть, всем жопа, типа. Вот. Клава, за 10к ты теперь должен ему год копать огород. У него еще и компик новый, и мышка, и ему еще осталось наушники, и он заряжен. Будет бесплатно приходить теперь. Это наперед, это типа наперед. Да? Ладно. Ладно, говорит. Лего, их Лего, играю ТПП, ты говоришь, что папка игра для выживания. Понимаю, ты хоть в ПВП играл хоть раз? Я в ПВП играл на турнирах в Германии. А вот половина народа, который играет в ПВП на стримах, они даже на них не ходили и не знают, что такое турниры. Так что мой ответ – да, катал. В ПВП играть намного легче, чем от третьего лица. Если сравнить, чтобы там читеров не было и там читеров не было, ты здесь должен что-то вымудрять себе, со спины смотреть и так далее. А там это делать не надо. Там ты на равных условиях. А здесь как ты на проигрышных ситуациях, так и на выигрышных по-разному. Это первое. Второе. Все азиаты и азиатские турниры проводятся от третьего лица. И вообще игра создавалась от третьего лица. Но просто Европа заплакала с Россией вместе и создали ФПП. А Азия как продолжает сидеть от третьего, так и продолжает. И вообще это дело выбора каждого и вкуса. Кому где нравится, там и играет. Мы же здесь собрались ради развлечения, а не ради того, чтобы играть в ФПП или ТПП. Я достойно ответил на твой вопрос? Или тебе еще что-то повторить? Где-то здесь я Джипари видел. У Озоны. Чё-то нету. Я же на нем приехал, тебе нет? Или я что-то вообще поплыл? Ты вообще что-то поплыл. Все, погнали тогда пешком. А впереди Мирада, да? Да, впереди Мирада сидит. Аптечку не взял, Тарм, ты же дала, она уже поздно, зона пошла. А, это ты кидаешь, думаю, что за звуки там? Бля, мне пишет, лом не пролетал. Я и говорю, думаю, что за херня там где-то... Такие звуки... Кеннис, не балуйся. Вот, кстати, смотрите сейчас за его игрой и смотрите, что он делает. Я ему потом говорю, давай серьезно играть. Все, серьезно катаем. Серьезно. Вот наблюдайте за ним, за его экраном, чаще, чем за мой. Да-да-да, Кеннис. Я все вижу. Здорово, Юрец. Ник он плей, спасибо за випку. Кто оформляет випки, тот может участвовать, получается, в конкурсе среди вип-подписчиков за подставочку. Чувствую, сейчас випки полетят. Олег, удачи тебе. Спасибо, Юрец. Стоп, а мы жду, катаем только. В склады не катаем, там невозможно катать. Там очень много читеров. Все, играй. Скудный, давай. Скудный ответ, надо говорить более раскрытый. Спасибо, Борис Бритов, спасибо. Кажимен, здорово. Тукан Кен, здорово. Ох, у меня подвисло. Выходи! Ваня, выходи! Они бегут сюда через дорогу. Второй мне хе кинул. Прямо под меня, сука! Я выжил. От души. Хиляюсь. Добивай этого болзмана. Коса! В армии Клава. В армии ему скорее Маша нужнее будет. Кулакова. Бармалюш, да ты его отмажешь? Чё ты так жестко-то? Он говорит, зачем тебе Клава в армии? Типа, тебе там другие вещи нужны. Бармалюш, отмажешь его? Какая армия? Ты что?
прогнал, что ли? Барбарюша, Карми, ты что, прогнал, что ли? Кеннис говорит. Как они нас не заряли? Ты видел, там крополя у машины оставались? Да. Ну, крутить у нас тут не особо получится с ним. Что-нибудь залутал? Как думаешь, можешь закрутить? Это ты ему кидаешь? Да. Я пошел левее. Там далеко-далеко где-нибудь пройду. Интересно, он пошел за мной, нет? Это он? Я. Yeah. Хорош. Перехожу дорогу, вижу его на углу. Вижу его. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, еще попробую по голове дать. Все. Он подумал, что ты по дыму поэтому, короче, пойдешь, и в тебя просто стоял и целил. О, видишь, вот видите, Кеннис шарит, оказывается. Он обманочку замутил красивую. И чувак испугался. Обманочка сработана. Опять там М24 всякие. Это люто донатер. Да? Х6 надо тебе? Нет, есть. Обвесы на 416-е. Лютый донатер в лобби уехал. А, я штаны забрал. Когда лям субскрибиков будет? Не знаю, ребят, подписывайтесь. Что-нибудь замучу, конкурс какой-нибудь на лям субскрибиков. И скала! Скала! Вы же не подписывайтесь. Когда, ребят, лям субскриберов? Подписываемся. Не забываем. Лям субскриберов. Пешком поехали, субскрибер. Можешь там прокатиться в тачке. Там вот так, по-моему, осталось сделать. Два раза. Вы бы видели, как он бежит. Знаете, как он бежит? Вот так. Он вот так бежит. На намлак нажал и бежит. Кеннис, я же сказал, по киберспортивному. Так, катай там. Мышку взял только в руку. Кеннис, а если по тебе стрелять будут? Ты вот этот вот жест, это одна секунда потеряна. А я быстро, да? Ну, одна секунда. Ну, 0,70 где-то. А это уже один выстрел и второй следом, и ты только потом начинаешь действовать. Уже 2 секунды ты потерял. Да, он мне все ништяк будет. Понятно. Ни один с бинтов, ни одной аптеки. Да, скилл. Сколько места в тебе стоит? На три катки. Бери смешного и погнали с хватом по гору. Сколько места в тиме стоит на три катки? Мы в дуу катаем. Бери смешного и погнали с хватом. Покажу, кто в пупке мяса. Не, мы в дуу катаем, мы рейтинг бьем. Нам до 6 тысяч надо дойти. Нисколько. Спасибо, Романи. Мы только в пятницу играем с подписчиками и делаем всякие вылазки прикольные, игры. И 50 на 50, и 4 на 4, и 8 на 8, и 2 на 2. А будние дни у нас рейтинг. Ты на каком месте уже? На 50. А я на 1000 где-то, да? Да. Вот, держи в курсе. Я где-то на 900, а Кеннис на 50 месте. Мира от третьего лица. Играть не умеет, который. На 50 месте мира в рейтинге вот он, который сверху монитора, вот вы смотрите. Вот этот парень на 50 месте мира от третьего лица. А вот этот парень, который этот снизу, я, то есть я где-то на 900. Почему? Потому что я меньше его играю, да? Да, давай еще альтабы там, красава! Во, пошла жара там, кинчик поставь какой-нибудь. Сколько тебе там фэпсы показывают? 190? Да, мы убираем. Че ты врешь? Сколько? 150. 144. 139. А сейчас? 147. 154. 145. 144. А, он тебя больше 144 не выдает? У меня ограничения поставил. Да мне кажется, убери его, оконные будет лучше, нет? Зачем? Так лучше. Нет, так лучше. Думаешь? Да. И он на 144 держит, да? Да. Олег, а что, кстати, маску сказали? Да, Лиля заказала, но в пятницу, видать, не успеет приехать. Этого
Гомера Симпсона заказали маску. Но рейтинг сейчас же значит, кто больше играет, тот и в рейтинге. Да? И да. А ты КД свой не смотрел? КД 4. А у меня? Тоже где-то так. Под 7. Могу сейчас посмотреть. Давай, давай, посмотри. Давай Power Grid вот здесь слева займем. За башкирского солдата Кенниса слыхали? Ок, с подписчиками в пятницу. Давай тогда отпишусь. Будет все по-честному. Да я имею в виду со всеми в пятницу. У нас в пятницу Алко стрим и игра лобби. Лобби создаем, играем. Едет тачка. На меня прям тачка едет. Бармале, это хитрец. Они едут прям на эту. Нормально он ручника дал. Ладно, по скатке посмотрим. Чего? Чувак пишет, когда выйдет... когда, говорит, выйдет в PUBG Lite Эрангель 2.0. Смешно. Смешно. Подписан давно, ни разу не жалею. Еще и теперь випочка, топ-контент. Спасибо, Ник OnePlay, спасибо. О, мы нормально. Мы в норм вместе. Может, еще кто подъедет? И после все, не приставай. Я сказал в пятницу, знаешь, в пятницу. Не еби мозг. По-взрослому могу тебе сказать тогда, если ты понимаешь по-хорошему. Будь по-взрослому. В пятницу играем со всеми. Кому ты стреляешь? А чувак на... Гора 355 левая, далеко-далеко. У нас аирдроп, походу, делал. Новый Винчестер специально видел. На канале уже ролик 101 с этим Винчестером. Не вижу, где. Нет, не вижу. А ты его полностью расчехлил, да? А бустов у тебя сколько? У меня 5. У меня 4, нормально. Кирюха, спасибо за вид. Улучшает свой шанс победе на конкурсе. Скала. Ага. Условия конкурса в группе ВК. Где они? Дядя. В кемпе, по-моему. Это не точно. Говорят, Айр за домом упал. Ну, что-то как-то страшно проверять. Ну-ка, здесь я смогу пролезть? Смогу. Нормально. Пролез. Я скала. Ты что так с Бармалеем разговариваешь? Я же звезда, со мной так нельзя. Я ранимый, нахуяришь же, пойду с горя. Вот, поэтому приходи в пятницу. Мы все такие в пятницу с горя сидим. Вот, это другой разговор, Бармалей. Вот это я понимаю. Слово накуяриться, пятница, ключевые слова. Кирюха, спасибо за випку.
Я говорю, можно сплотать, так я хочу оформить подписку, я не могу, можно я тебе скину деньги, а ты мне дашь випку. А я не умею так, это вообще не я оформляю, это не, ну, не мои условия. Это Ютуба. А почему не можешь? Там у нас есть гайд, по-моему, в группе ВК, да? Да. В группе ВК у нас есть гайд, как делать VIP-подписку. Что там? В альбомах. Вот. В альбомах заходите, да. Я вот думаю... Что, дальше? Давай-ка уйдем отсюда. Что-то мне здесь не очень нравится. Можно вот этот наш взять сарай-то? Или это, не, или это он не здесь? Тот топовый сарай. Помнишь? Какой? На метке. Метка. А, погнали. Там и ложбина куча, и сидеть, и центр это, и все такое. Только мне кажется, что уже там много подцентриков. Еще один аэродроп. Скинул? Да. Ё-моё, ну давай возьмем тогда. Вот это печально. Как в вип-чат попасть в ВК? Виктор Иной должен разбудить. А Виктор Иной можешь добавлять в вип-чат? Да. Вот, Виктор Иной написать. Он тебе скинет... этот. Он тебе скинет, короче, в свой ВК. И изе будешь. Забирай. О, я грозу возьму. Не надо долутать тех пацанов. Вдруг там что было... А там кто-то едет. У меня чуваки! Хорош. Мы уже туда не успеем, от края катаем. Там уже кто-то стреляет. Теперь только от края. И бустайся. Мне кажется, сейчас еще пойдут с 305. Выстрелы услышали и пойдут. Уже идут. На 140. Близко, далеко? На 140 прям. Силер, спасибо за ресапчик. Ага, понял, спасибо. И все, попил. Ты мужик, ты олень. Спасибо, Силер, 90 за скала. Вижу, далековато. Жопу давай закрой, мне страшно. Мотик. Туда едет. Ага. Приехал там. Кем приехал, да. Сейчас лучше не стрелять, не палиться, мне кажется. Силер, спасибо за ресап. И у нас справа там еще. Пойдем закроем правых. Здесь еще дроп лежит. Это... Или это ты брал его? А, блин. Да. Вижу, в красный ангар идут они. Пойдем вот сюда, нам надо. Метку поставил. Мы на них идем или как? Да, они в красном ангаре там. Нам туда сразу погнали. Красного Гарри, вот этот впереди? Блин, да. Пойдем правее тогда. Правее челики там. Ну нам надо кого-то разобрать, либо тех. Блять, сзади еще. Вот это печально. Быстрее. Вот эти контейнеры надо взять. Кто-то топает тут. Все, в контейнерах виснем. ХЗ как, правда? У нас сзади еще чувак будет. Ну что, у нас здесь пойдет вроде, да? Да. Здесь можно прилечь, и все нормально будет. Я попробую с красного здания выжидать их. Ты тот угол смотри, что. Челик сидит тупо на крыше. Ага, вижу. В третьем шлеме. Видел. У нас чуваки в красном здании, по-моему, на втором этаже. Первый этаж, что-то двери, по-моему. Да, первый этаж сейчас выходить будут. На втором этаже прыгает. 125, только не пались, они в нашу сторону смотрели. Прыгает, что-то делает. Только не пались. Сейчас они будут выходить, мы сразу их... Ты на бустах? Да, хава. И сзади да, еще здесь. Будет, да. Надо сейчас не просрать вспышку. А у них здание в угол не входит вообще. Но если ты лежишь, мне кажется, тебя не видно.
Один побежал справа, это не из этой команды. Во, один вышел. Еще там есть. Там еще целит возле аирдропа 140 за этой. За камнем, в оранжевом. Да-да-да-да. Тиммейт его. Это не его тиммейт, это другой тиммейт в доме сидит. В красном доме тиммейт сидит. Что там сзади у нас? Пойду жопу смотреть. Жопа и бежит. Возьму. Забрал. У меня тут дым сзади. Там кто-то кого-то взорвал же, нет? Там челик там себя взорвал вроде бы. Да? Дроп лутает. Дроп залутал челик. Вон бежит, бежит, по-моему, за дропом он, за дропом сидит. Лутает дроп. Побежал. Это кто? Не знаю. От забора стреляет, сидит. Да я вижу. Ползи туда, да. Сюда сможешь ползти? Сюда. Ползи. Три, четыре секунды, давай быстрее. Сюда, 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 23 секунды. Мудай. Это скимпа? Я не знаю, откуда это сам. Это что такое? Вот слева сидит. Вижу, вижу. Все, его убили. Я не успеваю. Или успеваю? Сейчас кемпа мне уже целит. Сзади что ли или где? Че, они сидят в этой, в синей? Угу. Хватит вы доцаки. Блин, если бы с тобой вместе бы остались, было бы прикольно. А как кто тебе ХЕ кинул? Я вот этого вообще не понял. Я тоже не понял. Прям четко. Остался двое там, один там. Красиво. Этот я получается, в бутере. Эти сейчас побегут. Не понял, ничего не понял. Их же двое было там справа. Ебать. И мне к ним надо будет идти. Прикольно. Их двое в итоге, а было справа двое. У меня ни дыма, ничего нету. Они же там? Да. Как он их стреляет?
с миником мне прям в башку попал сразу. По-моему, он вот здесь, нет? Разрулил типочков. Не, тут можно лайк поставить, подписку и посмотреть в группе ВКонтакте условия описания розыгрыша.